Всем привет, ребят. Ну что, мы на аккаунте победителя, продолжаем трешачок. Достал я ему двух имба-героев сразу же, плюс достал половинку Розалинды. Имеет все шансы быть топовым аккаунтом на своей силе. Так, ну, во-первых, у нас есть изворот, это очень радует. Сейчас попробуем, если не на ролем, поменяем его на тыковку. Ну и у нас сегодня будет трешечок, будем расставлять талантики, искать талантики топовые для его героев, так как они у него не особо прокачаны. Так. Можно вот сюда поставить, пусть пока временно стоит. Так, окей. Окей, поехали. Давайте откроем сразу же наших героев. Так, раз и два. Плюс два героя на аккаунте. Вот так вот, поздравляю. Поехали сюда, посмотрим. Так, окей. С этим мы справились. Поехали ролить. Нет у нас, к сожалению, никаких акций сегодня. Ну и, в принципе, это все фигня. Самое главное нам наролить два героя. Точнее, имба-таланты, имба-герои уже у него есть. Поехали. Поехали трешивать. Посмотрим, какие шансы сегодня что-то интересное вытащить. Так. Кого он там качать будет? Сейчас посмотрим. А, в принципе, можно поставить. Хотя, в принципе, на них ставить мы их будем качать. Давайте на шапку поставим пока. Так. У него тут, я думаю, пятерки в основном стоят. Я так толком не смотрел. О, отлично. Так, четверка, пятерка. А, можно, кстати, давайте на лазулю поставим. И заворот четвертый. А такому-то допу сейчас влепим. Пятерка нафиг не нужна. Так, надо тройки не пропускать. 5-9 корка. Интересно, интересно. Так, что у него по танкам есть для корки? Покажу. Пилок. Пилок — это не тот танк. Ну-ка, что на хроне? Не, хрон у него топовый. Рину. Давайте на Рину поставим. Пусть будет. Пока временно. Поехали дальше. Так, двух войны. Ну, кстати, неплохие у него талантики. Да, утекаху неплохо было выловить. Опять ТУ. Да что ты сделаешь-то, а? Давай. Рандомчик, что у нас? 2 ТУ и это все? Я не верю, что на русском сервере так говняно падает уже опять. Так, идем на стрелка. На стрелке мне всегда падает получше. Да. Живо. Да даже по сути некому ставить это все. Валька. Вон Атланта поставим пока. Берс. Давайте мы Махатму поставим. Это все же лучше будет. Разброс. Разброс на ней такой. Нафиг не нужен. Так, еще одна жила. Ну, меняем. Варианта нет. Блин, нам бы ремочку выбить для лазули.
Да, что-то все печально, ребят. Где, блин? Посмотрите, ну просто издевательство. Огненка. Ну, Огненка куда получше. Так, Огненка смотрим. Так, ПБшка вкачанный. Пик заменяю на биге. Однозначно. Так, поехали дальше. Это уже было поинтереснее. Блин, ну чё не пятый? Писька-писька, обломиська называется. Хотя, ну, Огненка, конечно, лучше оживу цеплять. Огненка сживая показывает себя во всех локациях просто чудесно. Вы посмотрите, нифига не падает. Что за русский сервер? Даже не знаю, как это назвать. Стойкость. Просто жесть. Нафига эта стойкость кому-то нужна? Так, ну это однозначно можно стрелку хоть поставить. Да уж. Могу вам сказать, вы сами все в принципе видите. Как печально падает. Но бы хотя бы один, даже два имба-таланта, и все было бы good. Например, исцеление для тыковки, у него воодушевление уже есть. Только не первое исцеление. Просто ужас, ребят. Посмотрите, нифига не падает, и одни единички падают. Вот что это такое? Ожог, блин, нафига ожог, у него он уже есть. Да. Так, смотрим по героям, что у него есть, чего у него нет. Башка Махатма. Иду. Но, походу, он уже сам не знает, куда этот ожог ставить. Можно, в принципе, вариант на Рино поставить. Так, а что у нас на ворожее стоит вторым талантом? У нас, да? Так, вариант Рино вижу. Варианты. Можно сюда, в принципе, поставить. Сделаем такой вариант. И все же лучше, чем то, что у него есть. Да, конечно, падает вообще просто печально. Самоуничтожение. Самоубейтесь называется. Ну, не знаю. Я расстроен таким, блин, 90к, блин, в никуда. Ну, фактически в никуда. Конечно, мы хоть что-то вытащили, но, блин, это не то. Это совсем не то, что надо. Да уж. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Нафиг там ему этот пак, честно, не всрался. Просто жесть, ребят. Ни ремки, нифига. Такое говнище падает. Как так? Непонятно. Толку от этой четвертой железки. Поставим сюда.
Must. Ради силы. Четверка. Только. Да уж. Ладно, я так и оставлю, его не буду я уже трогать. В общем, вот так вот, ребят. Такой вот полный пиздец. Другим словом, это не назовешь, потому что 90к и в никуда. Мы ни хрена толкового не получили. Ну, что мог, то сделал. Самое главное, есть имбовые герои. Надо их качать постепенно будет. Лучше бы, конечно, оставили саму на прокачку, но он захотел поролить талантики, мы их заролили. В итоге... Ни хрена не получили. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.